рыба клюет, это самое главное. Вот. Соответственно, погода радует, все хорошо. Это первый рейтинговый кубок рыбных прудов. Он является отборочным на весенний турнир Палтраут, который пройдет на майские праздники в Москве. Вот, соответственно, ну и просто это, да, первый турнир на рыбных прудах, с которого мы начинаем вести наш рейтинг питерских спортсменов. По итогам года определить, кто лучший форелятник в Санкт-Петербурге. Ну и просто, если будут какие-то еще турниры выездные, на которые нужно будет представлять команду Санкт-Петербурга, она же будет формироваться по рейтингу вот этих турниров. Администрация водоема идет к нам навстречу, то есть делает максимальное зарыбление, плюс рыбу у нас на веске от 0,7 килограмма до килограмма. Да, это кто-то скажет, не спортивная, нужна более мелкая, но из опыта проведения соревнований за последние полтора года мы все-таки пришли к тому, что это более правильная навеска для проведения, и это интересно и для водоема, и для спортсменов. И пока вроде бы проходит все неплохо, потому что в каждом раунде большинство участников ловит от 2 до 8 рыб, и идет достаточно такая упорная борьба, потому что расходятся буквально в одну, там, в две рыбы. Ну и первое место нами всеми любимый. Лебедев Евгений. Мне кажется, самая большая коллекция рыб. Женя, кубок! Я бы поспорил. Женя, голос самый. Смотрите. Давай, давай. Ура! Наш клуб планирует в этом году впервые, точнее даже не впервые, а уже это будет вторая игра серии. В прошлом году был тестовый турнир, это будет кубок белых ночей. Он пройдет в период, скорее всего, либо 22, либо 24 июня. Начало этого турнира будет в 6 вечера. И это будет действительно ночной турнир по ловле форели, так как Санкт-Петербург нам это позволяет в связи с белыми ночами. И в прошлом году, когда мы его проводили в тестовом режиме, всем очень понравилось, и участники остались довольны. Поэтому в этом году мы хотим к нему подойти более кардинально, более профессионально и попробуем сделать это ежегодным, хорошим, спортивным мероприятием для нашего региона, и чтобы он стал визитной карточкой нашего клуба.